меня выбирать могут в Саратовской области, города большие находятся на Волге, нам вот необходимо просто 5-6 Валдаев. Переговоры начнем вести уже в этом году с тем, чтобы мы заложили Валдаев, и мы могли их получить уже на будущее, через год, в зависимости от того, как у вас технологический цикл будет построен. Но точно Саратову Валдаи нужны. Метеор тоже важен для того, чтобы осуществлять пассажирские перевозки Саратов с Волгоградом, Саратов с Самарой.